Обязательно всегда рисую среднюю линию, чтобы лицо было симметричным. Спиливаю нижнюю часть носика, делаю ее плоской. Кончик носика я тоже спиливаю и скругляю. Я все время дублирую центральную линию, чтобы не терять симметрию лица. Острой насадкой выпиливаю ноздри. Маленькой насадкой в виде шарика я скругляю ноздри, а также работаю с перемычкой между ноздрями. Этой же насадкой продолжаю оформлять носик по бокам.
Я меняю насадку на овальную и убираю лишний пластик, который у меня образовался, когда я оформляла ноздри. Продолжаю все подпиливать и корректировать, чтобы добиться симметрии.
Это у меня мягкая насадка, я ей все подчищаю для того, чтобы потом легче было работать ножами. Вот такой носик получается до этапа работы с ножами.